Варан – это самая большая и сильная ящерица, обитающая в настоящее время. Иначе еще варанов называют наземными крокодилами, ведь по своим размерам они недалеко ушли от крокодилов. У комодских варанов вытянутая голова, закругленная морда, большие и кривые лапы с длинными острыми когтями, огромный хвост и чешуйчатая кожа. Сегодняшнее видео расскажет о том, какие интересные факты про варанов известны науке. Поехали! Комодские вараны относятся к семейству варановых. Длина тела взрослого варана 3 метра, а вес доходит до 90 килограммов. Вараны прекрасно плавают, быстро бегают и даже лазают по деревьям, правда, старые особи делают это неохотно. Продолжительность жизни варана в дикой природе в среднем 30 лет. В питание комодского варана входит практически все. Он может есть и мелких животных, и даже таких крупных, как олень, буйвол, кабан и так далее. Вараны редко нападают на людей, и тем не менее известны случаи нападения. Если варан ранил человека, то необходимо срочно отправиться к врачу, иначе летальный исход неизбежен. В питание варанов входят и другие вараны. Как правило, старые особи нападают на молодых, а иногда самки пожирают своих отпрысков. Длинный и раздвоенный язык необходим хищникам для того, чтобы улавливать любые запахи. Это очень важно во время охоты. Кроме языка, охотиться им помогает и удачный окрас тела, благодаря которому они успешно маскируются и терпеливо выжидают. Чтобы заполучить жертву, варану достаточно только укусить ее, а затем ждать, когда она умрет от заражения крови. Дело в том, что в слюне варана содержится более 50 опасных бактерий, которые при попадании в кровь вызывают заражение. Острый нюх помогает варану выследить зараженное животное, чтобы потом его съесть. Интересно, что за один раз это существо способно съесть до 80% от собственного веса. Спаривание между варанами происходит с мая по август, а откладка яиц осуществляется в сентябре. За один раз самка откладывает до 30 яиц, которые хранит в выкопанной яме. После рождения детенышей самка бросает их навсегда. Первые несколько лет жизни маленькие вараны проводят на деревьях, где им безопаснее всего. Около 10% всего рациона варанов составляют их же отпрыски, поэтому малыши вынуждены прятаться. Комодский варан – отшельник. Вместе со своими сородичами вараны встречаются только во время спаривания. Ежедневно самцы охраняют свою территорию, обходя по несколько километров. Иногда в поисках нового жилья самцы переплывают на другие острова. Живут вараны в норах, так как именно норы хорошо регулируют температуру тела. В настоящее время вараны обитают практически во всех зоопарках мира, однако их родными местами являются острова Флорес, Падар, Комодо и Малайский архипелаг. Вараны – очень уязвимые существа из-за слишком ограниченного ареала обитания. Кроме того, рептилии уязвимы из-за постоянных землетрясений, извержений вулканов, незаконного отлова и малого количества пищи. Долгое время на животных охотились, в результате чего на сегодняшний день вараны занесены в Красную книгу. В 1980 году в Индонезии был открыт национальный парк Комодо, который помог защитить варанов от вымирания. Согласно официальным данным, в дикой природе проживает 4-5 тысяч варанов, однако зоологи убеждены, что это слишком преувеличенная цифра. У комодских варанов прекрасное зрение, они могут разглядеть свою жертву даже на расстоянии 300 метров, и все же главным органом чувств варанов считается обоняние. Укус варана является смертельным для всех животных, кроме других варанов. Эти рептилии очень часто устраивают бои, во время которых серьезно ранят друг друга. Ученые провели исследования, которые показали присутствие особых антител в крови рептилий, поэтому ранения им не страшны. После еды у варанов сильно увеличивается в размерах живот. Однако, если им нужно срочно спасаться бегством от врагов, они в состоянии самостоятельно опустошить его. Комодские вараны гораздо эффективнее питаются, в отличие от других млекопитающих. После еды рептилии оставляют всего 12% отходов, в то время как львы оставляют 30-35%. Вараны питаются не только мясом, но еще и костями, копытами и даже шкурами своих жертв. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.